Севда не знает, что делать с тем, что ее отец убил сына Али. В конце концов, она находит лекарство и принимает неожиданное решение. А Али испытывает отчаяние от неспособности узнать, что скрывает Севда. С другой стороны, Дуигу, которая считает себя виновной в том, что пилота посадили в тюрьму, уделяет ему пристальное внимание. Факты, которые пилот узнал о Али от бывшего человека Эрника в тюрьме, приведут двух братьев к невозвратному пути. Севда сосредоточена на работе, однако она еще не знает о том, что Уигар купил агентство, в котором она работает. А посмотреть очередную седьмую серию вы сможете после 23 июля. Всем спасибо за внимание, пока.